Всем доброго времени суток. Местное время 19 часов, воскресенье 2 декабря. Я нахожусь на проспекте Столетия в районе остановки Универсам по движению в сторону из города. В очередной раз наблюдаю две таких приятных картины. Во-первых, нашу Давыдова 36 уже посыпали песком. Там все прекрасно, все отлично, не скользко. А во-вторых, опять какие-то обалдуи продолжают укладывать асфальт. Ржу не могу. Скорее всего, они ждали снега. Завтра будет снегопад, поэтому решили уложить все сегодня. Вот так все должны работать, а другие страны нам завидуют.